В комбоях наша команда против вашей команды. Выигрывайте голду, забирайте свое золото у ESL, и будем вместе приятно проводить время. Будем играть, будем стрелять, побеждать и все дела. Ура! Отсчет. Да. Так, нужно Самусенко ответить, сколько у нас еще стрим. Стрим у нас до 20 часов по Москве. 1,5 часа. Люба. Тань, ты считай, я просто вслух не буду говорить и запущу бой. На Твиче про какой... Не на Твиче, в канале пишут про какой-то лед. Ао, леди. Перепутали. У кого же нету леди? Леди есть у всех. Так, командир не спит, а командует. Конечно. На этот раз все в ТС-ке, так что... Да, да. Уже? Уже все круто. Вообще супер. Так, а что мы делаем там? Захватить одну из вас. Кэп, ты связь не настроил? Все в ТС, поэтому нормально. Так, ну давайте вот сюда пока проезжайте. То есть я подсвечу здесь, вы все здесь. Ну да. А 49-ка может вот сюда вот подальше немножко проехать. Там у них ВЗ есть, мы тоже будем сейчас подсветовать. Да, то есть я их сейчас подсвечу, если они будут проезжать, отстреливать их. Может просто на базу сразу не становиться, а снизу их всех там чик-чик-чик. Да-да-да, пока не надо настановиться. Просто вот туда подъезжайте, где камни. Можно, если встать на базу, то под самую-самую горочку, чтобы под ней, когда будут тут лезть, будут получать. Вот тогда только так. Так. Ну, приезжайте, ладно, дальше. А, но на базу не становитесь, пока будете там. Так, вот они. Пока не надо заезжать. 49-ка ко мне в объезд, чтоб тебя не увидели. 25/2 назад вообще тебя, чтобы тоже не видели. Может вниз спуститься этого ИСа забрать, третьего? Вы аккуратно там не подставляйтесь. Давай, 49-ка забираем. Они тут все ИСы. Можете кто-то ко мне один потянуться. Подождите, только не подставляйтесь. Бул вообще назад куда-нибудь, чтобы тебя не убили. Да или из-за камня не вылазить вообще. Вот, мы сейчас 49-кой их сзади будем кошмарить. Только аккуратно. Да, Бул, не вылазь, пока просто береги ствол. Ага, вот они. Хреново, на пути поставили. Ребята, они отличные на нас, да можете продвигаться, в принципе. Так, тройка. Сейчас
сейчас посмотрим. На нем бочины подставили. Шайтан, это... И этот самый, задницу, короче, как ее там, корму подставил он из третьей. Да-да-да, вот у него третий. Блин, а 49-ка-то как у нас? Да, на гусню поставили, а я... Пантера это. Так, сейчас я посмотрю. Не подставляемся. Повреждение боевой укладки. Можно ехать. Да, ну так у нас правда не получится. Мистер Афера, может забрать? Кого? Так, так, так. Давайте пока позиционку. Так, а вот Сабрина или там, ну вот Шайтан, короче. Вот падай к нему, да, забирай. Вперед, вперед, вперед. Отлично. Башенка красиво полетела. Теперь один на один вот этого пантеру надо убрать. Корпусом там докрути. Сейчас еще один выстрел. К трупику. А там это позиционку пока стреляйте. Старайтесь не получать. Ой, все, идите вперед. У них и стрелять. Помогайте! Вперед, вперед, вот этого шотного забрать. А, все. Так, Кассандра, выезжай, выезжай, выезжай. А, тут еще один, тогда не надо. Не, у нас ХП нету никого. Они сейчас сами поедут. Прикрывайте Кассандру. Шотных бы. Ой, блин. Стволы бы. Так это, а что ты стоишь? Или ты стреляешь там? Да я не пробиваю, голда кончила. Все, они нас уже не боятся. Ну да. Ваншоты. 25 2 их не пробивает, надо что. По несколько хп. Получше, чтоб пробивал новое. Люб, не лезь. Ну, естественно, надо там на голде там что-нибудь. А что у тебя еще есть бул? Не, ну бульдог это нормально, это пойдет. У меня много что есть. Восьмого левела, я ходит. Поменяю с тобой. Такс. Ну что, у вас вопросик, наверное, уже, да? Вопросик? Ну да. Ну сейчас. Ты 25-2 возьми, восьмой. Не знаю, какой. Так, а у нас к нам присоединилась и хочет попасть к нам в команду девушка нашего клана. Поэтому сейчас мы поменяем одного человечка. Меня убирай, Люк, я все равно через полчасика уже буду занят. Хорошо, спасибо тебе огромное за участие. Приходи к нам еще. Вам тоже спасибо огромное. Не пропускайте мои заявочки просто, чтобы покататься в командных боях. Давай, удачки. Так, а у нас тут еще девочки подошли. Поэтому мы, если Самусенко тоже нужно отойти, то... Ну, мне тоже нужно же будет через 15 минут уже идти. Тогда пускай. Заходит? Да, сейчас я кину привоз девочкам.
User disconnected from your channel. Так, ну а пока у нас Танюшка задаст для наших твичан вопросик. А ух ты, ну озвучивай. Какая скорострельность топовой пушки Т-28 Прот? Мне уже даже дали правильный ответ. И кто же этот? Сейчас Сливчик, который выигрывает 100 голды. О боже. Так, вы что решили? Всю голду у нас выиграть? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Имейте совесть, дайте еще кому-нибудь возможность выиграть. Помедленнее отвечайте, мы записываем. Так, ну и пока ждем, когда присоединятся наши девчата. Всем тем, кто присоединяется на Twitch ESL, всем огромнейший приветик от нашего составчика. Сейчас с вами играют под номером 1 Леди Босс Вумен, зовут меня Любовь, под номером 2 007 Кошка, зовут Татьяна. Привет. Под номером 3 Шайтан, наша Сабрина. Привет. Под номером 4 Кассандра 770, наша Алена. Под номером 5 Торвальд 07 вызвался быть нашим сегодняшним командиром. Возможно, ему сейчас круто повезет, и будет он один среди целой женской команды. Вот. Леха, мечтал о таком? Леша. Он... Столько радости, что даже слов нет. Походу, он отбежал за чаем. Так, что-то девчонки хотели-хотели, и что-то не присоединяются. Ай-яй-яй. А мальчишек-то мы отпустили. Но желающих есть. Желающих полно. Давайте возьмем наконец-то Андрея. Всего Т-37 или как-то. Да-да-да. Так, девчонки, может, сейчас зайдут. Давайте еще девчонок немножко подождем. Так, ну а я пока девчонки к нам присоединяются, хочу рассказать правила сегодняшних наших комбоев. Возможно, кто-то и не знает. Для того, чтобы иметь возможность выиграть 500 голды, играя с нами, играя против нас, вам нужно перейти на Ру7 и там собрать свою команду. Собрав свою команду, нужно присоединиться в канал, который называется ESL TV. Этот канал есть в игре. Как его найти? Вторая снизу слева вкладочка. Нажимаете и пишите большими английскими буковками ESL, нижнее подчеркивание TV. Нажимаете «Искать». Выбираете и присоединяетесь. Таким образом, у вас окажется вот такой же чатик, в котором мы все находимся. Вот, именно в этом чатике мы ведем свой отчет. 5, 4, 3, 2, 1, го. На го вместе нажимаем кнопочку «В бой». Попав с нами в один бой, ваша задача – отписать нам кодовую фразу «Убить леди». Это и есть кодовая фраза, которая активирует вашу возможность выиграть 500 голды. Если один из игроков вашей команды уничтожает танк стримера под ником Леди Босс Вумен, он получает 500 голды. Все очень просто, поэтому не теряемся, не стесняемся, присоединяемся к нам. Давайте провожать, встречать, не знаю. Давайте жить в этой осени вместе. Вот. Жить, играть и выигрывать. Вот. Что еще? Для тех, кто не имеет возможности собрать свою команду, ну не получается, оставайтесь с нами на твичике. 007 Кошка будет не только вести отчеты у нас в канале 5-4-3-2-1-го, а также задавать для вас наши вопросы, отвечая на которые вы будете иметь возможность выиграть голду. Кто первый правильно отвечает на ее вопрос, тот и получает 100 голды. Правила рассказанные. Девчонки не зашли, да что ж такое. Девочки уехали в бой. Просто не девочки, а маленькие плохие девочки. Вот. Кого еще можно попробовать позвать? Ну, вот здесь у нас новая девочка в танке. В танках, вернее, в клане. Боже, я уже заговариваюсь. А сейчас вот еще Наде кинем приглас. Надюхе обязательно. И еще раз, да, не дает еще раз кинуть приглас предыдущим девочкам, потому что пишет, приглашение уже отправлено.
user was moved to your channel. О, Ленчик присоединилась. Лен, привет. А я думала, у меня окна боится. Привет. Ленусь, значит, к тебе вопрос. Либо у тебя есть танк 7 уровня, либо бери танк 8 уровня. В принципе, 6 тоже вариант. Сейчас. Можно, конечно, попробовать предложить Лене взять эстеху, но тогда, Лёш, будешь очень так внимательно командовать Леной, потому что всё-таки эстехи для девчонок это тяжело, ну, ЛТ-хи-то тем более. Ну, я не знаю, что она хочет взять. Вот, и сразу думайте ещё, кого ещё будет взять, потому что я последний бой. И побегу на работу. Ага, точно. У тебя же по времени. Да-да-да. Во как. Значит, получается, среди девчонок прям один-один ты будешь максимум один бой. Ну да. Ничего. Зато все равно будет чем похвастаться. Ты один, а все девочки. Так, нам бы быстрее-быстрее добрать еще кого-то из девчат. И поехать. Ну что ж такое, девочки, присоединяйтесь. Иначе придется брать хотя бы уже Андрея, ладно. Подумаешь, почти все девочки были. Ну да. Все, значит, берем Андрюху. Да, берем Андрюху. Пусть заходит к нам. Андриана. Кто будет Андриана? Где там Адриана Челентана? Это, ты чего это? Андрей? Таня так решила Андрея назвать. Ты смотри, а то обидится. Парень. Мы вот с Машей вчера стримили турнир. И там, получается, в команде Стали, ну, Сталь, никнейм приглашенного игрока, который все-таки не присоединился, был Бриллиантик. Ну, мы и говорим там с Машей, ой, блин, смотри, Бриллиантик, там, тра-та-та. Представляешь, прям команда стальных, там вот если это девушка, там все дела. Боже, они так обиделись. Да сами вы девчонки, там, тра-та-та, боже. Боже мой. Я вообще такая думаю, ну, на что было обижаться? Ну, пошутили. Ну, и к тому же, никнейм Бриллиантик вполне, по-моему, женский. Ну, да. Я бы сама хотела Бриллиантиком. Представляете, убейте Бриллиантика и будете блистать сами, как я не знаю что, как звезды. Вот, ну, им так не понравилось чего-то. Вот так вот. Да блин, и Андрей что-то не присоединяется. Потеряем сейчас нашего Кэпа. Так и не съездит с нами. В крайний бой. Ну, возьмите кого-нибудь еще с этого, с канала. Сейчас. Так, надо перетащить Андрюху. А, все, есть Андрей? Чего же он не присоединяется-то к команде? Он в ТС-ке? Да, зашел. Хотела перетянуть что-то. Все, ребята такие сразу пишут в этом ESL TV канале. Я буду кэп, я готов, я покомандую. Вот какие хитрушки. Мы так, можно сказать, с королевского плеча разрешили Лехе покомандовать. А ты там не заходишь? Сейчас он зайдет. Он стесняется. Так, нам нужны смелые, отважные и совсем-совсем не стесняющиеся девчонок. А давай, Андрей. Смелый, отважный, стесняется. Только девушек. Да ладно, мы же не кусаемся. Ну а если так только за дело? Ну это кто? V133 пишет, визор, бери мальца. Так, Андрей, давай быстрее, ну, во-первых, привет, ставь, что надо. Он поставит E37. Хорошо, тогда восьмерочку бери, Лёша. Возьмите меня. О, Настюха пишет. Вот Настю можно было бы взять. Вот нас покинет наш командир, возьмем Настеньку. Да-да-да. Так, ну что, Танюшка, давай отчетик. Ага, все, ты уже готова, молодец. 5? 4.
3, 2, 1. Гоу-гоу-гоу. Ну что ж, наконец-то мы собрались и отправляемся. Причем быстро очень. Ох и быстро. Сейчас буду рычать. Не надо. А я хочу, лучше потому что мы долго собирались. Мурчать это он разве что киса. Ну. Одна или вторая. Киса настоящая. Блин, Сабрина, ты какой-то, я не знаю, какой-то поросенок. О боже мой. Хрюкал. Я вроде не хрюкала. А кто это после меня? Она сказала. Говорит, настоящая киска. Злая такая. Дайте я скажу. Это движок. Так, все, слушаем Алексея. Значит, все троечки вот, вот сюда спускаетесь, проезжаете вот сюда. Потом посмотрим. А светлячки все сюда. То есть нам к банану, да? Да, вам по банану. Так ты бы сразу сказал, тыкает. Скажи девочке на банан. На банан. Тыкает, слушай, тыкает. Дай банан. Говорит, вгов банан. Целую вязку бананов. Ага. Попадаются на падение. Один раз тут по защите было. Да, ну, я тоже заметила. Там первая база. Так, Лёш, мы едем банан рашить, да? Да, но вы проезжаете пока дальше до нашего засвета. То есть вы пока туда проедете. Ага, все, мы, значит, смотрите, девочки, в конце банана. Ай, останавливаемся и ждем засвета наших ЛТХ. А, немножко проезжаем. Люба, я через себе в корму заеду. Ты прямо как я такая. Это. Мне накидывают в этот, ну как его? А, в корму. В корму кто-то зайдет. Ага, ага. Вот. Так, Таня, ты бы призналась, кто тебе подсказал. Вот, по сотке стреляете. А 37-й со мной убираем светляка. Не можем мы по сотке стрелять, она заныкалась. Спрячьтесь тогда сами тоже. Стойте пока там. Кто-то в больнице, наверное. Я уже в корму получила. А, 37-ка хочет зайти нам в эту. Ну как ее? В корму. В корму, да-да-да. В корму. В корму? Ой, а тут у нас Ис-6 есть. Возле базы. Вы только пока не выезжайте туда. Ух ты, накидывают. Не выезжай, Люба, не выезжай. Да я вот... Летите на себя. Вот отсюда надо отъезжать. Люба, прикрой меня, ты со шестого. Мне кажется, надо здесь вот этих забрать. Да, старайтесь назад отъехать и вот этих забрать. Сначала сотку. Возможно. И со шестого можно, если ты там можешь попадать. А, девочки, аккуратно, там в бойницах стоят. Да, туда в бойницу вообще не выйдет. Девочки, к бойницам не выезжаем. И со шестого здесь немножко можно доставать. Помогите, Кет, леди. Назад вот отъезжайте. Еду. Получите. Шестерки от 32-го. Так. Теперь 37-й. Хорошо. Так, леди уже... Ой. Спрячьтесь. Ага, нормально. Все, кучкуйтесь. Все кучкуйтесь. Тройка вот эта вот сюда тоже. Сейчас заберем эту тройку. Стреляйте, Ваня. Как надо быстро стрелять, так и пушка долго заряжается. Я. Вперед.
Не дала мне, не дала просто. Ты мені не даєш. Теперь два ИСа со мной, а два ИСа вот сюда. Спокойно. Отдай! Да. Вопрос задам. Я тут боролась, боролась. А я жадина. Все, теперь врываемся. Сейчас любовь я тебе дам. Кто хочет любви, да? Это же я не хочу. Ты только большой и чистый. Да-да-да. Едем, не стоим, все выезжаем толпой просто. Ты, они стрелялись, убивают. Я забрала, забрала, как хотела. Мне не дала. По ком это? Ну, ладно, я в первый раз играю. Так вперед к нему проедете, чтобы там по башне не стрелять. Не, ну перекрывать так ничего. Ну сейчас, сейчас я. Блин, он мне врежет. Хнык-хнык. Ну, девочки, извините, я в первый раз с вами выехала, и я счастлива. И мы счастливы. Ура! Алексей, огромное тебе спасибо за то, что был все это время с нами, за то, что помогал, взял командование в свои руки. Вот, огромное тебе спасибо. Приходи к нам еще, участвуй в наших стримах и все дела. Обязательно. Как... Отпускаем. Я хотел сказать, как я-то счастлив, что наконец нормально выехали, победили. Ты спокойно душой можешь уходить на работу. Хорошей тебе работы. Да, огромное тебе спасибо. Приходи еще, да, говори. 8:30 еще зайду с работы. Ну, мы в это время кататься не будем. Будет стрим турнира в это время. Я знаю, туда зайти. Хорошо, все, заходи. Давай, хороших боев. Удачки. Давай, до встречи. Пока-пока. Понравился мне наш командир. Геймовер пишет: девчатки, вы лучшие. Огромное спасибо. Поставьте против девчат. Ну как поставьте? У нас этот командир где-нибудь сохранился, он писал, в общем, в канале писал. Ты хочешь добавить друзья? Да. Так. У него голос сейчас вышел? Приятный. То сейчас вышел, да? Что, кошечка, поняла? Мне уже голос понравился. Так. Лёша? Который сейчас вышел? Да. Ну так, а что в этом... После боевой статистики он же там есть? Ну что, на 13.90? Да, Лен, кстати, открываешь этот самый итоги боя? Я уже вопрос задала и ответ получила. О. Рассказывай. А я, ты знаешь, что спросила такой легкий вопросик. Напишите название скорострельной стоповой пушки танка МС-1. И вот ЮСИП-38 мне правильно ответил. Но я засчитала именно полный ответ правильным. Вот. Все верно. Ребята, давайте нам полные ответики. Не сочкуйте. В-133ОР пишет: Любаша, я смелый. Меня бери, меня. А, я неправильно доната поняла. Я думала, он к нам просится. А он пишет: я хочу против вас. Ну да. Ну, не надо к нам тогда заходить. Мы сейчас еще вон девчонок зовем. Я хочу с вами сыграть, девчонки. Все, берем Настю. Если Ира к нам не зайдет. Сейчас я кину еще Насте пригласик. Ща, Настюша, ща. Ща все будет. Боже мой, где-то Настенька-то. Слушайте, вот она. Сколько винчестера в игре появилось. Вот кто хотел, тот и присоединился. Настенька, привет. Есть у тебя ТС-ка? Нету.
Ну, все равно присоединяйся, занимай местечко, бери танк 8 уровня. Настенька из аленького цветочка. Да. А, Дарк. А, все, поняла. Девичий. Ну. Так, что ж, Настенька. С присоединением всех нормальных голоса. С присоединением тебя к нашей команде. Теперь у нас один мужчина, это Андрей. Который, кстати, вот почему-то не общается с нами совсем. Стесняется. Ну да, столько девушек, а не знаешь, что делать. Андрей, ты нам прекращай стесняться. Я уже прям хотела сказать словами песенки. Давай скорее влюбляться, ведь танцы... Ну, получается, у нас танки, это только лишь предлог. Wow. Ну ладно, это шутка. Прошу не воспринимать буквально. Я просто безумно рада, что куча девчонок сейчас в нашем женском составе, и даже хочу нас всех объявить. Итак, под номером 1, Леди Босс Вумен, зовут меня Любовь. Под номером 2, 007, Кошка, зовут девушку Татьяна. Таня, привет. Под номером 3, это у нас перекличка, можно сказать. Под номером 3 у нас Шайтан, зовут Сабрина. Привет. Под номером 4, Кассандра 770, наша Алёнушка. Привет. Под номером 5 наша гостья Анастасия, 17995, но она нас не слышит. И это не девушка нашего клана, но тоже девушка все равно. Под номером 6 Кэт Леди, зовут Елена. Привет-привет. Ну и Андрей под номером 7, который стесняется и не хочет с нами ля-ля. Так, ну что ж, Танюшка, давай отправимся, давай... О, ребята пишут, забрали нашу Настену с Ластену. А мы такие. Вы не уберегли, а мы сразу подобрали, ну, в хорошем смысле слова, заграбастали. Вот. Танюшка, ждем отчетика. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Что? 133-й. Теперь наш кэп. Ну да. Ну, это я так уточнила. Ну да, Алексей ушел, теперь снова наши будут ололо. На кого ты нас покинул? Как в песенке «Ой, Лёха, мне без тебя так плохо». Ля-ля-ля. Да, но нам на сердце вроде как не одиноко. Ну, так правильно, у нас целая команда девчонок, ну, если не считать Андрея, который не хочет с нами ля-ля. Вау. Надеюсь, мы не увидим сейчас кодовую фразу «убить леди». Надеемся. Он почему-то будут стрелять, что-то я уверена. По мне опять. Тебе везет. Я не знаю, это ли мы неких привлекает внимание, то ли... Это какая-то магия. Конечно, шайка. Ну давайте Настю это повербуем сейчас в голосовую связь. Ща. Настя, спасибо, что присоединилась к нашей команде. Очень приятно, что еще одна девушка прибавилась. Ну и на будущее, если вдруг тебя мальчишки будут обижать в вашем клане, добавляйся, не стесняйся, будешь в нашем женском составчике. А ребята пусть покусают локти, что отпустили тебя. Хорошо, спасибо. Так, ну что, девчонки, поехали захватывать вторую базу? Как всегда. Так, ну, Андрей пусть пробует находить свою роль как-то относительно помощи, да, сам. Он же догадался, куда он попал. Ну как он куда попал? На ТВ? В женскую команду. Круто, ты попал на ТВ. А я о чем? Что, тоже? У нас сегодня Сабрин... какая-то музыкальная программа. Да, был бы у меня слух, я бы, конечно, еще побольше поля-ля, но... Так, девчонки, на базу, делаем, что надо, про дабльдоги, походу, нас стопудово разберут. А подожди. Сейчас мы их заберем. Так,
Так, смотрим, наверное, в разные стороны. Киса, давай по бульдогу. Ага. Настюш, отходим так, чтобы вот в бок нам не накидывали вот эти, которые приехали. Со всех сторон. Ой, они со всех сторон, капец. Так быстро. Киса, помощь нужна. Уходим из базы. Да, наверное, девочки, давайте пробовать уходить с базы так, чтобы по нам не стреляли. Походу, меня сейчас вообще заберут. С базы все съезжаем. Девочки, съезжаем, бережем себя. Там за трупами стоят. Тайп. Девочки, на блэк, а потом все нажмем пожаловаться. Да-да-да. Сзади. Лен, заезжай сюда в бойницу. Вернее, в этот, в проходе к нам. Сзади. Лен, заедь сюда, сдай назад. Блин, надо было, чтобы я хотя бы стреляла. Так и думала, что я у них пока развернусь. Так я ж тебе сколько раз говорила, заезжай к нам сюда. Так я стала отъезжать, не гусеницу подбили. Я подчинилась. Только отходите, и, соответственно, они прямо, и вот этот, который, кто у нас там? Пилот есть на чем? На бульдоге. Лена, кидай жалобу на никнейм Black, который умер. А что он оскорбление. Говорит? Ну, он тут нас матами обкрывал весь бой. От всей команды, девочки, кидаем ему бан. После, кто еще жив после боя, кто уже в ангаре, сейчас кидаем жалобы. Хамство, тем более такого плана, должно быть наказано. Это же просто, я не знаю, это какой-то кошмар. Бульдог? Блэк? Да. Блин, я нам сообщение отправила. Такие неуравновешенные люди, и вообще их нельзя пускать в прямой эфир и в игры. Помните, мы как-то тоже всем составом кинули кому-то оскорбление, провокации, его забанили. А он сейчас, кто-то ему написал, да, что мы на него бан кидаем? Наверное, я не знаю. А нет, я хотела написать. Просто он правильно... это относительно бана троллит. Ну, здесь у нас в канале нет такого игрока. Так, есть здесь у нас никнейм Андрей в этом самом в ESL-канале, который сейчас будет отправлен у меня в игнор. И больше не будет, если он, то есть, будет в команде, выиграет голду, он ее не получит, потому что будет внесен в игнор за маты. Он, ага, вот он. Андрей VIP, до свидос. Не умеете себя вести в коллективе, пишите такие вещи, означает в бан. Так, у нас... Таня, ты пошла вопросик задавать? Нет, я сижу, прям читаю. А, канал, что ли? Читательница ты наша. Читательница, читательница. Я прям зачиталась? Спрашивает, а Андрюшка получит возможность попасть во взвод? Я? Кто там? Я не знаю, о чем они между собой переписываются у нас на Твиче.
Так, Зая спрашивает, кто будет кафеты? Зая, давай сюда кафеты. Да, мы любим. А у нас на твичике Амбрахер, который знает, что он у меня находится в игноре и все равно не может играть против нас и выигрывать, пишет. Специально на Ру-7, чтобы все бездари против попадались. Амбрахер, ну, блин, вот честно, я даже не знаю, что тебе ответить. Ну, по-моему, я уже все сказала, да, что хотела сказать, и все поняли. Странно, на Ру-7 на самом деле сильные противники всегда попадаются. Я задала вопрос. Какова дальность связи танка Е-25? Хороший вопрос. А я смотрю, что Амбрахер и дальше у нас грубит, хамит. Ну, он да, не зря в игноре у меня находится, потому что он и раньше себя так же вел. Дима, привет! Приветик тебе на твичик. О, Танюшка задала вопросик. Да, и получила правильный ответик. 710, дальность связи. Посылаю его опять никнейм. А ты озвучивай вопросик, потому что иногда потом бывают... А, да, я прослушала. Нет, девочки, я же озвучила вопросик, да? Какова дальность связи Е-25? И правильно у нас ответил снова никнейм Word. Верно? Ага. Поздравляем его с его правильным ответиком и очередными 100 голдами. Так, ну что ж, а у нас... Все готовы. Сейчас Танюшка допишет в списочек еще 100 голды именно этому пользователю и сделает отчетик, поставив готов. Ну, Танюша у нас молодец, прям быстро совсем справляется. Пишут, Настасья, девочка моя, не переживай, жизнь прекрасная, особенно женский пол. Это к чему? Это я не поняла. Одни хамы пошли, а... Так, все, все готовы? Начинаю отсчет. Давай. 5, 4, 3, 2, 1. Гол. Ну что ж, ребята, для тех, кто действительно имеет желание встретиться против нас, у всех все получается. Многие команды встречались против нас по несколько раз, даже не зная, что могли бы выиграть голду. Ну и также встречалась против нас одна команда, которая все-таки попала против нас и выиграла 500 голды у ESL. Так, 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 ну что? Давайте, девочки, попробуем, знаете, что сделать? Поедем все по первой линии, как вы думаете? Оба, и Андрей против нас попал. Ну где же кодовая фраза? Ну, Андрей, за мат ты выигрыша не получишь. Девочки, все едем по первой линии, по аллейке, под красной линией. Ну, максимально, нет, давайте так, не по красной, а по вторым кустикам. И пробуем там продвигаться. Андрей, так что вы не получите 500 голды. Именно за мат в канале ESL TV. Не умеете себя вести правильно. Вообще, по идее, всю команду можно было бы дисквалифицировать, но дадим возможность не вам выиграть 500 голды у ESL. Они же не написали кодовую фразу. Ну, это тем более.
Ребята, нужно также внимательно читать правила, где ясно написано и в правилах, и я постоянно говорю о том, что для того, чтобы иметь возможность получить 500 голды у ESL, вам необходимо отписать кодовую фразу, которая звучит следующим образом. Убить леди. Только эта кодовая фраза активирует ту самую возможность попробовать выиграть 500 голды, которые нам предоставляет для наших стримов ESL. Девчонки, ждем засвета. Ждем засвета противника и поработаем по лейке. Сейчас пока на пролом не лезем. Там впереди находится РУ-251. Стараемся аккуратненько. Кто видит вон на середине поля ЛТшку, можно пока по ней пострелять, пока не лезем. Возможно, даже, ну, видишь, у них 50-100, в принципе, быстрый танк, да, и этот, и 90-ик у них быстрый. Но у них много быстрых танков. Они имеют возможность, даже если мы объедем. Так, ладно, девчонки, смысла долго стоять нет, потому что у нас задержка на Твиче всего 1 минута. Они все равно откроют стрим и посмотрят, где мы все находимся. Поэтому предлагаю пробовать поехать вперед. Немножечко их прорашить, попробовать их убить. 37-й, аккуратненько там давай. Девочки, в засвете есть танк, кто видит, стреляем. Так, борщ тоже стоит на аллее, и вот и 251-й тоже на аллее стреляют по мне. Выносим борща. Девочки, все, кто видят, все работаем. Борщ на гусеницах был. Продвигаемся, девочки. Там впереди рушка, ее нужно уничтожить. Не вылазим под 50-100, пусть сам сюда падает. Поздно. На той стороне, на железке, Ивса... Тань, стреляй по рушке. Они меня не видят, но стреляйте. Я стреляю. Девочки, выносим технику противника. Блин! Землю пошел. Да, Тань, я видела. Так, теперь... Так, что мы делаем? Сзади 12Т. Развернулись, поработали по 12Т. Ой, не даем девочке уничтожать себя. Убежала. Так, у нас 3 минуты, поехали на захват базы. Разворачиваемся все вместе на захват. Шутка. Поехали к соточке. Надо перезарядку. Все за мной, девочки. Угу. 12-й, освободитесь, кто там может сзади. Т-34 и С-3, смотрите справа. Девчонки, они сзади. Угу. Поворачивайте все, сейчас они придут вам в корму. Втроём. Киса, ты даже левый фланг, а не пускай сворачивайся на три. На, угу. Соточка, смотрите справа. Еще шот по сотке. Заныкалась. 12-90.
Еще шот по 90-ку дайте кто-то. 12-я сзади шот. Люб, на сзади 12-я, вот, развернись на него. Девчонки, ближе станьте к левому краю. Девчонки, ближе к левому танку. Ко мне, вот где я стою, где я умерла. Они так и не достанут вас. Да-да-да, станьте а туда. Там они хорошо, вот где мой танк? Вы едь за мной. Ихний. Вы едь за мной. Блин, девочки, я за вами маневрирую, вы отъезжаете. Так, так наоборот, станьте, девочки, станьте с левой стороны базы. Вы стоите справа. Станьте с левой стороны, и они вас не достанут там. Да, сейчас они будут просто вылазить на вас. 10 секунд ну, осталось. Захватываем. Ха-ха-ха, размечтались ребята. Во-первых, не было кодовой фразы. Во-вторых, Андрей забанен. А убил меня Андрей, сейчас убедимся в этом. Андрей наказан за мат. Я говорила это уже несколько раз. Еще во время того, как я его банила, сразу предупредила, что если так получится, что он играет, встретится против нас, другие ребята получат, если кто-то меня другой убьет, а он нет. Андрей, вести себя нужно прилично, больше ничего. И к тому же кодовая фраза вами, вашей командой, отписана не была. Убить леди кодовая фраза. Если бы Андрей не проштрафился хотя бы 250 голды, мы бы ему все равно начислили, потому что знаем, что играют ребята против нас. Но игрок забанен. Почему у вас дамага меньше, а этого вы получили больше звезд? Опыта? Да. Ну, сделали больше. Где-то был засвет, где-то да. Там пытались захватить и все дела. А, ясно. Так, я просто отписывала, пишут ребята Насте, типа, Настя, за сколько голды будешь сливать их расположение танков? Угу. Так, ну что? Так, ну что, Танюшка, будем... Так, у нас сейчас Алёнушка поставит. Так, Алёнушка и Настя. А, всё, Настеньке отойти надо на 5 минут. Сейчас попробуем еще нашим девочкам кинуть пригласы. Так что, ребята, в следующий раз ведите себя прилично. Вот, пожалуйста, вам пример. Андрей матом ругался у нас на Твиче. Я его внесла в бан. Он против нас попал, меня убил, а голду не получит. Получил бы вознаграждение в половине размера, потому что они не написали кодовую фразу. А так не получит ничего, даже если бы отписали эту фразу. Совершенно верно. То есть, мало того, что не отписали, а много того, что ведете себя крайне неприлично. Находитесь в коллективе, причем еще и среди девушек, а ведете себя просто, я не знаю, как кто.
возьмите меня к себе, я хочу в стриме сняться, прошу. Кто, кто? Адонай, 47. Я нормально играю, пишет. Ладно, пригласим этого игрока, если никто из девочек за это время не подойдет. Смотри, как он шустро присоединился. А, привет, есть у тебя TeamSpeak? Звезда экрана. А это самое. Так. Люба, если он у тебя забанен, ты не видишь, что он пишет, да? Нет, я не вижу, что он пишет. И в эфире никто не видит. Ой, капец. Так, а у нас Настя вернулась. Вот у нас в чем вопрос. Давай, Адоная, до свидания. Настю берем. Адонай, ну смотри, у тебя, во-первых, и связи нет. Конечно, с одной стороны, там, да, хотел попасть, мы бы и не против, но и Настенька тоже вернулась. Течение обстоятельств. И связи нет, и... Тимспика нет, а нам бы пообщаться всем в одном местечке. Ну, ты же сказал, что нету. И Настя, Тоня, ты наша вернулась? Пришла. Тоня наша пришла. Да. Успела к вам. Привет, девчонки. Приветик, Тонь. Да, я тут. Поедешь с нами? Ну, да. Смотрю, я уже. Если что, кидайте приглашение. У нас приглашенный вот на седьмом месте Андрей. Он любезно уступит тебе местечко. Мы вот девочками катаемся. Андрей подменял, пока девочки вот не заходили. А он очень-очень любезно уступает местечко тебе. Поехали. Титанк. Ну, если Андрей любезно уступает, то поехали. Андрей, огромнейшее тебе спасибо за то, что ты истинный джентльмен, за то, что ты пришел нам помочь, помогал, тащил. Огромное тебе спасибо, приходи еще. Что брать? Так, есть у тебя шестого уровня ЛТХ? ЛТХ шестого уровня есть? Кромбель подойдет? Ну... Будем так, что подойдет, будем стараться. Еще вопрос. ТСК, ЕСЛевская есть? Таня, это Димон, он же, который нет. Первый убил Любу, когда вот еще Настя с ними в команде была. Димон? Ну, Любу уже два раза убивали, попадали с нами. На 90-ке он был. На Заполярье. Димон? Настя с ними еще в команде раз... была. А, да-да-да, Димон Гром. Я ж послала его этот. Ну? Что он хочет? Голды не получила, говорит, что обманывают. Ну, блин, ребята, голда начисляется в начале следующего месяца. Блин, сейчас напишу. Я пишу. Хорошо. Ребята, ну вы ж нас слушаете. Голда, вся выигранная голда за этот месяц будет начислена в начале следующего месяца, потому что формируются списки, отправляются в ВГ, а они уже, обработав списочки, отправляют вам непосредственно на аккаунты вашу выигранную у нас голду. Чего вы так переживаете? Наказан у нас вот никнейм, который ругался матом, и все. Так, ну что ж. Сейчас кинуть ДТС-ку. Кинуть ДТС-ку. В игнор вносите, чтобы не читали. Хотите. Сейчас кину тебе ТС. Настя там? Ну, почти Насти там с нами нету, вот под номером 5 Настя. Ну, в принципе, ладно, давайте будем здесь разговаривать, ну, в бою. Так, сейчас, ну, кстати, Тонь, мы находимся в прямом эфире, ну, так, чтобы сразу знала. Катаемся. Нет, это не к тому, что ты матюкаться будешь, а то девочки уже смеются в ТС-ке. Просто я тебя предупреждаю. Все, мы сейчас отчетик сделаем. Сейчас Танюшка отчетик делает и поедем по отчету. 5, 4, 3, 2,
Один. Го. Ну что ж, и еще раз напомню правила, как можно выиграть голду в этом стриме, в стриме «Железные леди» на ESL. Все просто, переходим на Ру7, создаем там свою команду, присоединяемся в канал, который создан в танках, который называется ESL, нижнее подчеркивание TV. Именно в этом канале мы ведем свой отчет. 5, 4, 3, 2, 1, го. На го все вместе нажимаем кнопочку «В бой». Если ваша команда встретилась против нашей команды, вам обязательно нужно отписать нам в боевой чат кодовую фразу, которая звучит следующим образом. «Убить леди». Это будет означать, что ваша команда в теме, и тот игрок, который убьет леди, то бишь стримера Леди Босс Вумен, получит свои 500 голды. Ну вот, в общем-то, и все. Запускаемся мы в боечек. Девочки, давайте пробовать по стандартику, как мы пробуем захватить обычно. Так, стоп, первую базу, первый, да, здесь? Первый. Да, первую базу едем захватывать. Кто первый становится, все остальные, ну, кто удобно становится, прикрываем, остальные отбиваем. Вот не пойму, они что, слушают, Любаша, твой прекрасный голосок, как ты щебечешь? Прям все-все? Или все-таки внимают словам, которые ты говоришь? Просто слушаю. Вообще засыпают. Нет, честное слово. Вообще, да, столько времени ведем, говорим. Потом, да. Первый раз слышат. Столько времени отнимает эта писанина, эта говорина. И... Видишь, потому вот ребята, как бы, да, видишь, и встречаются против нас, да, забывают про кодовую фразу. Да, хотя да, вот да, постоянно мы об этом говорим. Это уже потом они говорит. Еще говорят, что... Женщины такие, девушки, все это, девичья память и все остальное. Да нет, они думают, что мы их обманываем. Чаще они просто невнимательны. Да, и хотя, что прям голда появилась уже прям вот в этот же момент. Убил, и сразу она прям взяла и прилетела. Ага, и в пятикратном размере. Нет, ребята, просто это у нас не актив... Не это, не автоматизовано еще. Мы так быстро с варгеймингом не работаем. Ну да, чтобы уже прям автоматически... Так, девчонки, смотрите, валятся впереди деревья. Давайте пробовать Тонечку закрыть. Давайте Тонечку пробовать закрывать, а то с нее собьют захват. Тоня, там выгоднее немножко вперед проехать. Вперед проехать, ближе к обрыву, и там стоять. М-м, не получилось. Хорошее местечко. Встаньте прям под горочку. Вот, я стала под горочку нормально. Давайте по расстоянию постреляю по ним. Ух ты, там еще сбоку из третьей. Да-да-да-да. Доберите ягу. Ух ты, какой наглый. И шустрый какой. Противник убил противника, круто. Классно. Девчонки, откуда бьют из третьей? Голду получит. А он там вот впереди стоит, тоже бил, да-да-да. А, по мне? Почему мне лупят? Шатанка, не подставляй корму. Вон он, да-да. Гад. Не пробил. Блин, я его еще не пробила. Надо за трупиками прятаться. Настенька, тоже за трупиками прячься. Осталась одна секундочка, сейчас захватим. Молодцы, девочки. Умницы все, красавицы. Ура! Победа! Блин, победа! Я еще хотела подамажить. Лене, победа, как победа, Лене понравилось. Ага. Смотри, ну, какая. Видите, что я сзади там специально встала и просто решила, что надо дамажить. Они вообще на меня ноль внимания. Все внимание на вас. Если бы еще, конечно, перезарядка была бы быстрее. Девочки, ну не всегда же удается. В рандоме так редко подамажишь в последнее время. Да-да-да. Ну что ж, девчонки, ставим все готов, а Танюшка сделает отчетик, а уже потом после этого боя Танюшка задаст вопросик. Ага. Делать? Тонечка, безумно рада тебя видеть, особенно в нашей компании. Танечка, делай отчетик. Я тоже рада, что наконец к вам попала. Пять. Четыре.
3, 2, 1. Go, go, go. Блин, у меня аж настроение прям вообще. То мы песенки сегодня поем. И Настя с нами катается, еще и Тоня пришла. Просто вообще. А, класс, да. Супер. Блин, я даже забыла немножечко про наших твичан. Ребята, девчата, огромный привет вам от нашего, прямо целиком и полностью женского состава. А я предлагаю еще на этого Андрея Випа найти, где этот у нас бой был с ними, еще там пожаловаться на оскорбление, потому что он продолжает в чате оскорблять, писать. Да-да-да. Маты и все остальное. Андрей? Да. Да. Надо найти тот пой, где мы с ними были, и пожаловаться на его оскорбление всей команды. Значит, вернемся и пожалуемся, ну, уже после стрима, потому что сейчас придется листать наверх. Только не забыть. Он там ребит, можно увидеть. Да весь чат его сейчас и на Татьяну уже там бочку катит. Ой, мне только от этого приятнее. Да. Так люблю, когда на меня катят бочки. Так, девчонки. В Тимке веселее, чем нам тут. Повторите, куда хотели. Мы просто болтали, обсуждали одного хама. Так, девочки, давайте, наверное, в район второй базы. Там, по-моему, должна простреливаться, да, и первая. То есть мы сейчас охраняем. Предложение. Мы охраняем? Я в шоке. Но... Как, девочки, как... есть предложение? Говори. Вот сюда, максимально забиться, чтобы если будут принимать их оттуда, они будут на нас лезть и принимать. Ну, давайте пробовать занимать оборонительные позиции. Далеко все-таки не надо лезть. Ага, они в районе первой едут. Пробуйте отстреливать. Поехали к первой. Ой-ой-ой, давайте быстрее. Девочки, сейчас прям быстро вылетаем. Ценой собственной я жизни спасаем базу. Давайте я первый, мне меньше сожжу. Может, Кромвеля на вторую базу оставить? Есть. Ой, они там все. По-разному стреляйте. По-разному, да, надо. Кто целый, потом стреляйте. Будем добивать. Еще, доберите. Врываю. Кромвель, может ему захватывать ту базу? Лен, мы охраняем обе. Это наши базы. Толкаем, тараним. А, так, Шайтан, смотри аккуратно, 50-100 может тебя забрать, он сбоку. Вижу, вижу. Девочки, старайтесь, да, добирать этих эсов. Блин, Кассандрочку забрали. Забираем ИСа третьего. Настюшка, тоже стреляй в задницу ему. Не ожидала я, что корму. Тут какой-то бугорок. Пока выезжала, что пушка на него опустилась. Умнички, просто красавицы. Девочки, теперь задача 50-100 пробовать разобрать. 50-100, давай. Так. Кытя. Вообще, на самом деле, вы можете запрятаться. Я не знаю, если они не захватят базу, тогда будет у них поражение, или это все-таки будет ничья? Нет, это у них поражение. Тогда нужно запрятаться. Девочки, заезжаем все за здание. А пусть они вас выкуривают. Шмакодявку не видите, 12-ты? Уходите, да, прячьтесь, вон, Лена, есть, задом, давай. Сдавай назад. Таня, прямо 50-100. Танюшка, 50-100 в простреле. А я его на гусли поставила. Еще, ребята, еще. Стреляй так, без сосвета. У него обзор лучше, чем у вас. Девочки, а у кого есть возможность немножечко
назад сдать, сдаем, а они пусть на вас едут сами. Они просто могут сейчас 12Т отправить на вторую базу, поэтому надо сдать назад в домике туда. Я попробую туда вернуться. 12Т стреляет. Я попробую вернуться на, 12, на вторую базу. А 12Т сейчас по Тане стреляет, он никуда не уехал. Он шотный, я его один раз выкурила. Я его пробила, и он на один раз остался. Все, что на КД, может быть, надо вот в город заехать уже наконец. Тань, заезжай в город, будешь потом, если что, из-за укрытия. Кто-то стреляет в ответ. Лен, попробуй по 50-100 поработать. Умница. Сейчас я попробую добрать 12 его. 12Т по трупам стреляет, Тань, ты так и стой. Да он меня не пробивал. Ну, все равно. Я, блин, смотри, 4 танка забабахала. Ну, молодец. Вообще красавица. Красава. Давай набери. Может, поехать его забрать? Не надо. Он 12-й едет. Тане понравилось слушай, танковать от трупиков. Ага. Он поехал на захват базы, девчонки. Она ими обкружилась. Девочки, 50-100, поработайте. Умница. А теперь поехали добирать девочки 12Т. Я сверху, вы снизу. Лен, не выезжай сама сильно. Таня, он как бы почти стопроцентная. Просто на помощь Тане. Таня поедет, засветит, а вы тогда поработаете. Он на нее отвлечется? Я уже светил. Все, можно ехать, выезжать. Втроем пробовать работать. Таня, все, умницы просто. Все. Красавы. Ну, вот, ура, 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 ура. С победой! Я хотела вопросик задать, а тут, получается, и не убили даже. Да-да, на твитчике там вопрос уже требует. Угу. Сейчас запишем, им дадим. Я медальку получила. Я тоже, наверное, многие получили. Какую? Да. Тактик. Вот блин. А ты хотела быть самой необычной, потому что больше всех надамажила, да? И пищала же. Это как это? А что? Если бы еще я бы все время так бы играла и дамажила, то... Короче, они здесь с кошкой пищали громче всех. Ну, конечно. Ну, это две кошки пищали громче всех. Одна: «Вау, у меня 4 танка!» Другая: «Вау, я дамажу!» Я задала вопрос, сколько лобовой брони у суперперша? И главное, что он, смотри, и кошка в топе по этому, по опыту. И Лена тоже в топе по опыту. Молодцы. Настенька, ты умница, много надамажила. Постараюсь. Айда к нам в клан. Ха-ха-ха. Вон, девчонки все кричат. Настю к нам в клан. А я вот тоже думала, что она уже к нам собралась, поэтому тут. Так что, Настя. Все девочки. Настенька, Настенька. Там ответы есть у нас на Твиче, вроде. Лобовой. Лоб. Что они тут это? Не то отвечают? Да не то отвечают, это супер. Так Настя идет к нам в клан? Но Настенька пока не хочет. Начнут мальчишки ее обижать, она тогда к нам придет. А пока ее мальчишки не обижают. Ну, наконец-то! Есть. Правильно написали. Я даже девчонке чихнула, блин, правда. Так, Танюшка, кто правильно ответил? На вопросик на твичике. Какое сложное имя? Старшина ДПЧ какой-то. Блин, девочки, мы Настеньку это, Настенька, аккуратненько со связью. То мы подумали, что мы тебя уже теряем.
Так, ну что, девчонки, ставим всех готов. Танюшка сейчас скопирует быстренько никнейм победителя на твитчике. И отправимся на сегодня в завершающий боечек. И будем очень надеяться, что снова победим. Так, только ж Кассандра готов сейчас поставит. А то сейчас поедем без кого-то. Не-не-не, без Кассандры нельзя. Кассандра у нас умничка, она сколько уже с нами в КБ ездит. Она знает, что надо делать в КБ. Я тоже насмотрелась. Ну, хотя, хоть и на единичке, быстренько хоп, забрали и смотришь, смотришь. На девчонок, как они нагибают. Поехали. Ой. Так, готовы? Готовы, готовы, давай отчетик. 5, 4, 3, 2, 1. Го. Так, а я так смотрю, что ребята прям так, Настя, Настя, там, тра-та-та. Прям вот скоро нам это, как бы вам сказать, встретят нас за углом и отомстят. Ну, ух. И без раз-два-три попадут с нами в бой. Нет, нет, еще больше ей начнут дорожить. Вот и пусть дорожат. Девочек не надо бежать, а то знаем мы такие случаи. Когда девчонки вступают в клан. Насте отбоя не будет в ее же клане. Ну, я имею в виду в том, где она стоит с ребятами. На руках будут носить, пусть носят. Да, 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 да. Ну и получается благодаря нам также. Ну ничего, Настенька, мы ее уже пригласили в клан. Захочет, вступит. Если мальчишки обидят, обидится на них вдруг и придет к нам. Будем вместе гонять. И мальчишек у нас тоже хватает. Друзей, я имею в виду, так что без мальчишек все равно же никак. Мы против клана Шоут. Так, ну что, девчонки, снова мы будем оборонять наши две базы. И, собственно, особо далеко не поедем. Приблизительно вот так и останемся. Ищем себе вот буквально там в скольких... В 200 метрах. Я стояла здесь, я поеду в свое местечко. Куда ехать? Девочки, особо мы никуда не едем, мы защищаем наши две базы. Немножко просто продвигаемся, кто вперед, кто немножко правее, кто левее. И остаемся здесь за холмиками. Будем их здесь вот в районе базы встречать. Мы, получается, все равно сейчас находимся в районе двух баз. Вот прямо по центру проезжаем и... Уже сразу между двумя базами будем их тут встречать. Обычно получалось так защититься. Да, кстати, Кромвель, все правильно ты делаешь. Ту базу мы контролим обычно, я забыла сказать. У нас просто мальчишки обычно на чем-то таком. СТшке, ЛТшке, и они туда ездят. Так, я в засвете. Повреждение гусеницы. Шанс взрыва увеличен. Ух ты, 90-ик уже впереди, не только 90-ик. Почему-то 90-ик стреляет ББХами и без урона. Ну это же хорошо. Ну это очень хорошо. Я прям, честно говоря, думаю, я не могу поверить своему счастью. Два раза и два раза без урона. Ой, девчонки, у меня ремонт уже кончился. Лена, придется за тебя, блин, заступаться тут. И у меня башня не опускается, соответственно. Простите. Ага, все. Так, девочки, кошечка, остановимся так, чтобы по нам не работали. Сейчас что мы делаем? Поехали на 90-ка, иначе сейчас нашу Сабринку там разберут. Поехали, попробуем вот частично разделиться за этой горочкой, куда я еду. Встречать тех. Вон, видите, танк еще, кстати, сверху виден. Лёва стоит. А КВ-4 откуда стреляет? Девочки, по Лёве поработайте, кто может. И помочь Сабрине, чтобы тут на нее 90-ик не выехал.
Не успела. Сабрину надо от Лёвы прикрывать. Можно за Лёвой поехать? Девочки, кто Лёву достает, работаем. Кто может помочь Сабрине, помогаем. Так все равно пока тут свечу. Девочки, помогаем Сабрине. Все на нее выехали. Девчонки. Блин, меня Лёва контролит. Еще бы Лёву за... В дырочку. Так, девчонки, отступаем от них. Девочки, ну видите как, вот не все сюда поехали. Кричала-кричала о помощи, не поехали сюда. Правильно-правильно, Тонь, забирай Лёву. Накинь ему сбоку. И получилось, что нас с Настей забрали. О, еще один выстрел, Тонь! Молодец! Боеукладки нету, блин. Я вижу, на тебе сижу. Угу. Тоже мне затаранил тебя, Таня, из третьей. Так ничего и не снял. Блин. Ух ты. И голова отвалилась. Вот Тони и Сара сбирает. Не совсем. Ой-ой. Ай-яй-яй. А, поняла, Тоня убегает от них. Тупо да, крайний. Ну, а теперь может Тоня погонять их. Тоня теперь объедет, будет сбивать захват с базы, если они не будут охотиться, а они пошли захватывать, троллить. Ну что ж, у нас до конца боя остается чуть больше двух минуточек, и это время мы используем для того, чтобы попрощаться со всеми нашими сегодняшними зрителями, участниками, со всеми теми, кто у нас имел возможность выиграть голду. Вот, ребята, кстати, кто выиграл, всех поздравляем, вот, с вашим выигрышем. Приходите к нам еще каждую пятницу. Да, они сейчас, похоже, успеют захватить. Мы катаем свои женские комбои, которые у нас называются стрим-шоу «Железные леди». С вами были девчонки женского отдельного батальона «Босс В» и привет, наши гости. Поехала. Гостям отдельное спасибо за помощь, за их страдания. Вот. За переживания. Да. Так что, ребятки, всем спасибо, всем пока. Обязательно увидимся еще и услышимся. Приходите к нам ежедневно с 18 часов. У нас стримы идут по выходным с 17 часов. Приходите, выигрывайте свою голду. И оставайтесь сейчас на стрим турнира, потому что для наших зрителей, для наших твитчан голда не заканчивается. Оставайтесь, делайте свои ставки и просто будьте с нами. Помните, с нами вместе. Интересней. Пока-пока. Хотя не на Харда можно кинуть жалобу. Да-да-да. Я думаю, даже нужно. Ну что, девчонки, прощаемся? Да-да-да. Всем пока. Всем пока. Удачи. Приходите еще к нам. Пока-пока. Всем пока, спасибо, что пришли посмотреть. Не забыли.